В данный момент времени вы видите пальцы Леонардо Йоновича. Он сделал себе педикюр, как маникюр, маникюр, да. Вообще-то это не мои пальцы, вот мои пальцы, вот мои руки. Ну, понятно, но... Не мытые, не бритые, а это Наталья Ивановна. Нет? Да. Боже мой, это произведение искусства. Да. Каждый коготок покрашен отдельным цветом. Стоимость не скажу. Хозяйка сказала, можно сказать. Всего лишь 999 гривен. Стоило вот такое напыление, но самое главное, дальше нельзя. Блюзгалтер мешает.